Друзья, вы что-нибудь заметили? Всем, кстати, приветик. Так, попробуем сфокусироваться на людях. Не знаю, насколько видно, что-то я пытаюсь снять, но тем не менее что-то видно. В общем, сняли у нас масочные ограничения. Сняли, конечно, только на улице. В России давно уже так. И что приятно нам, что эти, как сказать, разрешения без масочного режима, сходить без масок, поддерживают очень многие люди. Это так здорово, это так приятно. Я еще думаю, вот с ним вот интересно, много ли будет людей в масках ходить. Ходят люди в масках, но я не могу сказать, они знают о том, что можно без масок ходить, или просто они не доверяют своему организму. Поэтому интересно было бы, конечно, узнать. Ну, я не говорю никому о том, что можно ходить без масок, потому что именно из-за этого, что они могут сами себя защищать. Может, они считают, что можно заразиться, не знаю. Ну, в общем-то, это классно. У нас ходят постоянно тучи, погода нестабильная, холодно, дожди, тепло, опять холодно. В общем, даже вот смотрите, деревья какие-то есть, только-только начинают раскрываться, какие-то уже полностью зеленые. Вот. Ну, в общем, короче, такая погода. Ладно, всем пока!